Итак, второе упражнение, которое могу отнести к базовым для тренировки широчайших мышц спины, это тяга верхнего блока к груди, сидя непосредственно в тренажере. Как выполняем? То есть подходим к тренажеру, садимся. Я также, опять же, советую вам брать широкий хват, вот такую ручку. Ну, есть, в принципе, узкий. Сегодня мы возьмем широкий. Садимся в тренажер. То есть растягиваем мышцы спины. И также на вдохе, как и подтягивались, тянем блок, ручку к груди. На вдохе. На опускание выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Можем подержать секунду. Опустить выдох. Опустить. Вдох. Выдох. Вдох. Подержали. Выдох. Можно также делать за голову тягу, но не рекомендую. Сейчас объясню почему. Когда вы делаете тягу верхнего блока за голову, то происходит неестественное вращение плечевого сустава, то есть он выворачивается неестественно. Это может привести к нежелательным травмам плечевого сустава. Он самый у нас уязвимый, потому что он у нас способен вращаться во всех плоскостях, поэтому это движение неестественно. Поэтому я рекомендую делать тягу верхнего блока так же, как тягу, то есть подтягивание на турнике. Но это делается для того, когда вы не можете полноценно подтягиваться на перекладине. У вас нет сил, либо вы уже там потренировались, и здесь можно добить этим упражнением, забить, как говорится, мышцы. Либо тем, кто еще не может свой вес потянуть на турнике, самостоятельно 20-25 раз 100, пожалуйста, переходим сразу к тяге верхнего блока, и здесь уже выполняйте с облегченным весом, правильно технически делайте. Также раздуваем грудную клетку. На вдохе можно секунду-две подержать и опускайте на выдохе. Вот и все. Переходим к следующему упражнению.